16 октября с рабочим визитом Казанский федеральный университет посетил Валерий Катькало, ректор корпоративного университета Сбербанка и представитель Международного совета по повышению конкурентоспособности проекта ТОП-5100. Валерий Катькало ознакомился со стратегическими академическими единицами Казанского федерального университета и посетил различные объекты КФУ, такие как Центр робототехники, Центр 3D-моделирования нефтегазовых месторождений и Центр медицинской науки. Напомним, что на данный момент в КФУ функционируют 4 стратегические академические единицы. Трансляционная 7П-медицина, Астровызов, Эко-нефть и Учитель 21 века. Этот визит очень важен для КФУ. Уже совсем скоро, 27 и 28 октября, в Екатеринбурге пройдет заседание Совета по повышению конкурентоспособности, на котором будет принято решение, сколько же вузов и какие именно останутся в проекте 5100. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.